Всем привет, вы на канале Михаил Фадеев. И у нас продолжение гонок по трассам Hot Wheels. Будут ездить монстры серии пикапов, траков, немного хот-родов. Давай, раз, два, три. А ты финиш не поставил, кто был, я не видел. Вон наверху финиш. Вон на Сероксе. Где Серокс? Белый. Белый? Прямо смотришь. Угу. Давай, финиш. Погода плохая на улице. Хотели ролик записать на улице, как гоняем по тракам. А там у нас каждый день почти ливни льют. Раз, два, три, Фадей. Монстрак выиграл. Пикапа проиграл. Ты фанатом своим, всем привет. Вы на канале Лев Михаил и Фадей. И мы гоняем на по трассам Hot Wheels. Участвует у нас примерно моделек 30, около 40. Давай, раз, два, три. Сейчас кто, пикап вроде был первый. О, полицейский был первый. Монстр чуть-чуть позади был. Монстр чуть-чуть обогнал? Нет, полицейский был. Ниссан. Японский Ниссан был впереди. Полицейский. Вот все никак не могу найти белого японского Ниссана. Полицейского. Он опять был первый Ниссан. Это самый медленный. А волк остался сзади. Это самый медленный, потому что. Да, он старый у нас уже от времени. Да. Он сам у нас первый. Сколько мы? Три. Около 4 лет начали как Hot Wheels коллекционировать. Он, наверное, самая первая почти машинка у нас. Моделька. У него кривые колеса. Оси кривые, а не колеса. Да. Бывают только кривые оси. Колеса могут быть лысые. Покрышка. Понял? О, Скорпион, победитель. Давай, там Скорпион, паук, не поймешь кто. Оба-на, с полицейским Ниссаном наравне примерно. Да. Нет, Скорпион. Ну, может, чуть он побыстрее был. Там миллиметры какие-то. Можно сказать, ничья. Ты финиш-то поправил, что он у тебя какой-то косой стоит. Это потому что два быстрых. Да? Давай. Кто там еще поедет? А вот это... У нас уже 3 минуты. Фадей записалось. Раз, два, три. Ничья, да, вроде? Не, Акула победила. Ну, наверное. Борис медленный, потому что. Да не такой уж он и медленный. Ну да. Но акула быстрее всех. Давай нам. Спецтехника. А запусти-ка нашу шестерку Жигули, как она поедет. От автопарка. Или автотайм, не помню. Ну что-то это такой фирмы. А где она? Вон она стоит. А еще не так давно мы приобрели в коллекцию монстра. Монстра трака. Вот такой вот он у нас Monster Truck Hot Wheels. По акции он стоил 300 рублей. А так он стоит 500 примерно без акции. Такой. Колеса крутятся в разные стороны. Морда крутая, динозавра. Или дракона какого-то, не знаю. Давай. Сравним шестерку
Раз, два, три. А что-то шестерка-то я не слабо ездит, да, вроде? Только я не разглядел, кто был первый. Шестерка! Да? Да. Да, отлично. Вот, не ожидал такого. Вот такие машинки у нас участвуют в гонках. Мотоцикл тоже будем запускать, проверять. Он же не поедет. Ну, проверим, поедет, поедет, не поедет, не поедет. Все модельки участвуют в гонках. Шестерка. И мототрак будет участвовать тоже в середине. А у нас еще одна трасса есть? Нет у нас одной трассы. Надо докупать. Давай. Он посредине поедет, там дорога широкая. Сравнишь его просто с какой-нибудь машинкой, кто будет быстрее. Давай, давай, шестерку с кем-нибудь еще сравним. Давай. Монстр был вперед чуть-чуть, чем шестерка. А ну. Мне вроде кажется, что они на говне будут. Кому кажется, тут должен что делать? Креститься. Давай. Вот это добавь. Итак, вы на канале Любов Михаил Фадей. Ролик будет длинный, около 10-12 минут. Насколько хватит видеозаписи. Девчонки и мальчишки, смотрите нас. Будьте с нами, как мы с вами. Не скучайте. Мы вас чем-то радуем. Подписывайтесь на канал. Пишите под видеозаписью, кто так играет. Со своими детьми или сами с собой, там, с друзьями. Без разницы. С братьями и сестрами. Какое у кого хобби. Пишите под видео комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будьте с нами. 7 минут видео идет. Давай быстрее. Раз, два, три. Порш был первый. Монстр этот, чудовище, проиграло ему, которое вылезает из тела человеческих. А, еще хищники. Хищник снимался с ним в какой-то части. Не помню там, кто кого поборол уже. Старые уже фильмы. О. Давай, раз, два, три. Да, это акула вроде. Ну, так-то порш волосы первые. Наверное. Да, просто что-то придумать здесь, постоянный финиш. А не линейку ставить. Приклеить какую-то полосу. И нарисовать маркером финиш. Надеюсь, сегодня будет получше ролик виден. Я занавесил темные занавески. А то, что хоть солнце, хоть пасмурно, все равно плохо видно как-то. У меня монстров мало. Давай, BMW М5 едет. RZM City, давай вперед. А-а-а. Наравне, в принципе. Нет, а кто? Дракон победил? Да, Hot Wheels круче. Ладно, пускай будет Hot Wheels круче. RZM City проиграл, такси поедет. Такси? Черепашки ниндзя поедут. Ты в сторону, кто у тебя ездил? А то уже время 9 минут 10 пошло. Давай быстрее. Давай запускай дра этого пика, этого монстра трака своего. С кем-нибудь там он. Чалабреком. Мотоцикл запускай кого-нибудь еще. Давай. Раз, два, три. Монстр был впереди, да? Да. Человек проиграл. У меня монстров два осталось. Ну и все, что тебе монстров два осталось. Давай, кто быстрее из них? Сколько у меня вот эти поедут? Давай, быстрее. Пожалуйста. Зачем? Она и так поедет нормально.
Ну хорошо, тогда буду бутылку использовать. Давай, раз, два, три. Машина волк проиграла. Или собака, или волк, блин. Проиграла, бутылка была впереди. На первом месте. Волк нет. Волк старый. Ему 3 года, что ты хочешь от этого волка? Нет, он поймал. Он от времени уже плохо ездит. Представь себе, он почти твой ровесник, а ты говоришь, давай. Раз, два, три. Сосиска была. Хот-дог был первый. Там написано сбоку хот-дог. На модельке. Давай. Будьте с нами, как мы с вами. И Фадей продолжает запускать машинки, модельки. Давай. Раз, два, три. Надо было еще Кинсмарт какой-нибудь сравнить с ними. Кинсмарт. Такси? Ну, у тебя желтое такси там было. Ну, давай ее сравним. Такси сравни. Такси. Hot Wheels такси, да, и Кинсмарт такси желтое. Давай. Раз, два, три. Кинсмарт победил. Да. Кинсмарт был впереди. Ты ее не заводил? Нет. Без завода, ну отлично. Кинсмарт лидирует в нашей гонке. Давай, уже 13-я минута. У нас ролик огромный получится. Что ты еще проиграл, ты его снова ставишь. Давай. Раз, два, три. Такси выиграла. Второй раз. Нет, передок был, я видел по видео. Не спорь со мной. Давай, Фадей. Что ты там будешь запускать? Фадей! Продолжаем! Мы ходили на маленькую паузу. Раз, два, три. Такси было первое. И намного, кстати. Ты его завел, что ли? А зачем? Hot Wheels не заводные машинки, а Кинсмарт на заводе. Извини, там скорость другая будет. Представляешь, завестись и насколько можно уехать?